Эти клоуны меняют больничную атмосферу на волшебную. Благотворительное движение «Живчики» существует в Самарской области уже 2 года. Команда дарит радость тем, кто в ней нуждается больше всего – пациентам больниц региона. В этом году из-за пандемии коронавируса клоуны не смогли попасть в палаты, но все равно нашли способ развеселить жителей. В ресурсном центре поддержки добровольчества организаторы движения провели мастер-класс по больничной клоунаде. Это неописуемая радость и, ну, даже для нас самих. Мы вчера буквально были, поздравляли с Днем Матери. В роддоме мы были, поздравляли матерей. Они в окна смотрели и улыбались, и со слезами и радовались. И потом также поехали в первую клиническую больницу. Ну, просто нацепить нос и пойти, ну, это не работает. Работает честность, потому что мы... У нас должна быть эмоциональная честность, потому что ребенок, он чувствует, когда его обманывают. Виктория Вдовкина только готовится стать клоуном-живчиком. Девушка учится на 2-м курсе медицинского колледжа. Она не понаслышке знает, насколько не хватает положительных эмоций и ощущения праздника в больнице. Я ходила в цирк, и я видела то, что клоуны совершают какие-то смешные трюки. В принципе, у меня это как бы вызывает смех. Поэтому, как бы, ну, я думаю, то, что это нормально. И для меня они как бы как обычные люди, которые просто, там, я не знаю, специально вытворяют смешные какие-то ситуации. 5 декабря в России отметят День добровольца. По этому случаю в Самарской области проведут 30 мероприятий, как в онлайн, так и в офлайн форматах. Понимание того, что объединившись общими усилиями, помогая друг другу, мы сможем как-то сплоченнее и справимся со всеми как бы бедами и ненастьями вместе. Вот. Волонтерство очень сильно развивается. В рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования участников будут знакомить с деятельностью организаций, которые оказывают реальную помощь нуждающимся. Комплекс мероприятий ориентирован на развитие экологического, медицинского и социального направления добровольчества. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.